Буквально несколько минут назад стало известно, что народный артист РСФСР, актер театра и кино Михаил Боярский, был экстренно госпитализирован в Петербурге из-за проблем с сердцем. Информация об экстренной госпитализации народного артиста РСФСР появилась в телеграм-канале 112. По предварительным данным, актеру потребовалась медицинская помощь из-за проблем с сердцем. На данный момент он находится в состоянии средней тяжести. При этом супруга артиста заявила, что привезла его на обследование. Напомним, что это уже вторая госпитализация актера за последний месяц. В конце ноября Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом, после чего в театре имени Ленсовета отменили два спектакля с его участием. Изначально врачи подозревали, что у народного артиста произошел обширный инфаркт, поэтому поместили его в реанимацию. Однако их опасения не подтвердились, и после того, как состояние актера стабилизировалось, его перевели в обычную палату. После новостей о госпитализации Боярского стало известно о переносе трех запланированных спектаклей с его участием. При этом указывалось, что постановку «Смешанные чувства» давно решили убрать из-за большой роли, где Михаилу Сергеевичу надо было петь, танцевать и носить Ларису на руках. Информацией о состоянии попавшего в больницу Боярского поделилась и его 25-летняя внучка. Екатерина призналась, что все самое худшее позади, но за дедушку, конечно же, все переживают. «Мы на связи с бабушкой», – отмечала певица. Сама же Лариса Лупиан отрицала, что у супруга проблемы с сердцем. Когда до нее дозвонились СМИ, она ответила, что муж лег на плановое обследование.